Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала Resource Mall. С вами Северин, и мы продолжаем играть в замечательную игру Seven Days to Die. Похождение кракозябры. Итак, у нас, я смотрю, пошел дождик. Вот. Здоровья у нас никакое, поэтому я последнюю аптечку взял, что мы имеем. И подправим. Наши планы пойти за рюкзачком. Вот здесь, где мы погибли. Тут, кстати, мы шли в сторону ящика. Вот как указатель, вот по этой дорожке. Вот где-то ящик вот здесь, скорее всего, упал. Так вот. Ну и... для начала... так. Мы, скорее всего, пойдем и еще один наш... найдем рюкзачок. Там, где мы свалились с высокого обрыва, полетели вниз, полетели в никуда, провалились сквозь землю. И нас выбросило совсем в непонятном месте, далеко от нашего места обоснования, нашего дома. Так, возьмем лук. Кстати, может попробуем соорудить еще один. Выйдет он более прочным. Так. Три пучка травинки. Так, 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 так. Лук. Дубинка, вот он. Создаем. Посмотрим, может он будет у нас желтого цвета сейчас. А погибли мы где-то вон в той области. Дело в том, что наш город находится на вершине своеобразного такого холма. Вот, вот дерево где-то вот тут полетело вниз, и я сорвался за ним. Высоковато, конечно. Да, 16-этажный дом, примерно такая высота. Давайте попробуем спуститься вниз, отыскать наш рюкзак. Вот, по дороге немножко порубим деревьев, раз уж тут валяются. Давай, падай, падай. Ага. Ну, чтоб не таскать, сразу посадим эти семена. Пусть растет деревце. Итак, лук у нас, да, такой же никакой, оранжевого цвета. Когда мы научимся делать уже желтого цвета, непонятно. Так, тут, скорее всего, еще рано прыгать, да? Сейчас посмотрим вниз. Да, вот здесь заканчивается вот такой резкий обрыв. Вот такая вот стена. И вот с нее мы и свалились вниз. Рюкзак, вот, вот он рюкзак. Вот здесь мы упали, полетели, полетели, полетели и провалились, да. Как говорят в такой народной поговорке, провалиться мне сквозь землю, если я говорю неправду. Да, вот я и провалился сквозь землю. Так, у нас тут, да, лук тоже не ахти какого качества, но есть перья. Давайте сразу соорудим с ними стрелы. У нас получается 20 стрел. Ага, и будет 125 всего. Лесенка ни туда, ни сюда. Ну, ладно, пусть будет. И теперь давайте пойдем, после того, как мы нашли этот рюкзак. Хочешь меня обнять, дерево, да? Давай, тебя тоже сейчас порубим. У меня привычка по возможности рубить все деревья, что есть на дороге, попадается нам в пути. Просто так, случайно, раз, порубил, два, снова порубил. Кстати, попробуем сделать скраб, как мы всегда делали. Из кусков вот таких вот камней, где находятся и прожилки фрагментов металла. Так, вот у нас фрагменты металла добыты и часть камней маленьких здесь. 8 штук, это получается у нас 4 скрапа. Ага.
Так, смотрим. Давайте вот этот камешек чуть-чуть больше скрапа наберем. Потому что я весь свой скраб, что у меня был, израсходовал на усовершенствование обороны возле нашего дома. Помните, там были не до конца обитые металлом вот фреймы. И я этим как бы и занялся. Да без разницы, в какую ячейку ставить. Вот уже 7 штук у нас. Если что, можем что-то да и обить. По возможности соберем и угля. Надо было из дому взять. Но это не так существенно. По дороге тоже его соберем. Итак, мы движемся в сторону нашей прошлой погибели, где еще рюкзак обозначается. Возьмем немного угля. Так как мы пойдем после этого в шахту. Да. И нам понадобится сделать факела. Вот, мы достаточно много набрали. Я думаю, до конца добить или оставить немножко. Ну, в принципе, маленький такой вот выступ угля из земли можно и не заметить. Уже давайте доберем его до конца. И продолжим движение в сторону нашего упавшего рюкзачка. Так, по карте, вот он у нас, видите, внизу, вот здесь вот, на компасе обозначен. И мы движемся в его сторону. Немножко по сокращенной дороге. Вот, кстати, по пути, пока я шел в ту сторону, вот еще залежи угля. Но мы их пока собирать не будем, этого вполне достаточно, что мы насобирали. Так, близко или далеко? Ага, вот дорога, оказывается, неподалеку проходит. И там где-то был домик. Был домик. Так, мы забрались вот на этот вот холм. Давайте немножко зомбями поупражняемся, постреляем их. Мне нужно добыть пропитание, может, в каком-то из них мы и обнаружим. Так, пусто. Поднимаемся дальше. Так, где-то тут был домик. Не получилось сразу хедшот в голову. Попробуем снова. Так, не уклоняйся. Ну, тут уже по-любому куда стрелять. Потому что после обычно 3 выстрелов они уже падают. Ну, бывает и после 4. Так, смотрим. Молодцы. Ничего не имеем, только умеем пугать. Так. Где-то тут был домик. Был домик. Сейчас мы его постараемся отыскать. Мы недалеко отклонились от нашего маршрута. Так, домик, скорее всего, вот здесь был. Да. Очень похожая местность. Мы тоже по гребню холма шли. И там, скорее всего, даже не домик, а наподобие гаража. Давайте заглянем, что там есть. Девушка. Девушка, на свидание вас не пригласить. Вы в таком красном сексуальном платье. Так, крокозябра, давай начинай входить тоже в роль. Что я за тебя должен тут отбываться? Видишь, я без тебя кашу конкретно. Так, не смущай меня такими полуоткрытыми грудями. Все, все, упала, отжалась. Да что это на них у всех по 4 стрелы уходит? И опять ничего. Вот мне везет. Может, крокозябра тебе повезет? Передаю управление в руки крокозябры. Привет всем! Это я! Так. Здесь же тут камень был. Бог любит троицу, вот еще третий. Все, пошла жадная крокозяброчка. А, сколько тут зомби. Какие твои хромающие. А в голову? Мимо. А еще раз. Вот так. Думаешь, что баба стрелять не умеет? Камешек. Камешек.
Не ругайте меня, обожаю камешки собирать. Да, по карте, по карте. О, вот здесь вот. Иду правильно, но я хочу домик посмотреть. Домик гаражного типа. Да. Вот, он где-то тут. Где-то тут. Да. Где домик? Домик? Опять не туда, вот сюда. Спрятался, понимаешь, от меня. О-о-о! Это не гараж, это домик. Так, девушка, девушка, не подскажешь, как пройти в библиотеку, которая у вас за спиной? Спасибо. Костлявая-то какая-то. Как на тебя мужики кувыркаются, не знаю, одни кости. Так, девушка, вас что тут, подвесили, да? В наказание, как Буратино, за какую-то провинность. Так у вас вроде не длинный нос. А шо, папа, кара? Так. Вот, вот. Карабас-барабас взял вас под весер, папа кара не наделил вас достаточной силой и умом. Так, медсестричка. Кто-то еще тут? Не хочет, чтоб я с ней пообщалась. Да ходи ты нормально! Ты что, прострация? Ах ты! Бодрый! Бодрый, гадкий мужлан! Со спины! Мужики! Ага, да-да, ух ты! Бритоголовые! Смотри-ка, сколько их тут набралось! Думаете, я что, женщина за себя постоять не могу? Смотрите, как Робин Гудка умеет стрелять криво, косо, но убийственно. Так, ничего, неудивительно. Ходит тут без денег бомжи, ходит без провизии. А ты, толстяк, что? Сзади никого нет? Что-то такая охрана такого маленького домика мощная, что это меня начинает смущать. Стой! Стой! Так, вот, постараемся их обдурить. Давай быстрее тетиву натягивай. Ну да! Я этого и ожидала. Так, мы сейчас обдурим. Вокруг дома побежим. Ну ты что, да сколько вас тут? Побежала, называется. Ух ты! Как делать ключик? Ага. Гаечный. Так, масло. Да дай собрать немножко. Дай собрать чуваков. Ага. Фигня. А то что? Ага, ага, успела, да. Так ты стой, тут ты наказана. Лицом к стене, все. А вы, чуваки, ну что, орду мне тут изображаете? О, уровень прокачался, отлично. Так, надо выше, темечко. Давай, давай. Так, мистер, ты меня не ударишь со спины? Так, так это долго, долго обходить. Так, у тебя что, жир-трест? Ага. Не, ребята, что за Куликовское поле? Все, расслабились. Сколько вас тут? Да что, толпа мимо проходила? Это такой дурацкий спаун. Ну давай, давай. А-а-а, ударит сейчас. Успела. Фу. Простите. Подавила собственным страхом. И долго я вот так буду бегать вокруг домика? То туда, то сюда. Эй, жир-трест. Жир-трест. Ага. Yeah.
Сзади никого? Вроде никого. Давай, жиртрес, у тебя. Не хочу это сам, уже достали своим сам. Медсестричка, ты важней. О, спирт. Сможем сделать большую птичку. О, жиртрес. Вот за это низкое. Низкий поклон. Чуть не сказала, низкое спасибо. О, вот такие медленно ходячие. Обожаю вас. Да, давай, 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 тебе достану. Три брата акробата. Ага. Отлично. Баночка не идет. О, кто там махает? А, это в доме? Так, и ты стой. Стой, кому сказала. Кузнечик, ползун. Так, я думаю, мне надо подкрепиться. Так, надо на переработку. Что у нас тут? Ага. Вперед, так. Так, сейчас места освободим. Ты не мешай мне. Эй, лысый. Не мешай мне. Так. Пустая, пустая банка. Книжку надо изучить. Быстрее, быстрее, как производить гаечный ключ. Читаем. О, как я помнил. Ага, так с меня знания прут лезут. Еще баночка пустая. Еще давай баночку пустую. Так, все. Сейчас посмотрим, что за защита. Из-за чего такая защита тут была? Фу, трупадзе. Так. Ничего. Спасибо, все сожрали. Ну да, такая толпень. Как все не сожрать? Так. Так, спасибо. Ого, обжоры. Опять все сожрали. И снова сожрали. Не подавились случайно. Вон один, наверное, подавился. В дверях труп валяется. Так, ну хоть в духовке осталось что-то. Ой, тут сожрали, ё-моё. Так, спокойно, чувак, спокойно. Так. Вот так. Да. Я умею стрелять. А ты чё думал? Чё, такой крутой и всё? Ходит он мне тут в трусах. С пляжа, что ли, только-только. Все, упал, отжался прямо на этой кучке. Не, ну смотри, какой настырный. Вот так. Попробуй только ничего не имей. Ах ты, скотина. Так. Так, тут мы смотрели, ага, нам не дали. А, смотрели. Так, что мы можем делать? Ставить стекло, да? Ну, давайте вставим стекло. Так, так. Ага. Ой, сколько у нас лука. Кстати, можем лук переработать. Стеклышко, вставаем. Так, вот картошка нам нужна. Очень нужна. Так, дальше что? Что мы имеем? Лук пошел. Эй, так, тоже пошел. Костра тут нет, чтобы развести. Нету. Так, только угли добыть можно. Так, ну что ж. Это сюда. Это сюда. Эта лестница мне не нужна. Вот здесь, на стене, стой. Так, красиво смотришься. Ага. Вот так. Да. И поехали наверх. Книжки почитаем. Отлично. Так, это мы читали. Переработка. Это мы читали. Переработка. Это мы не читали, но тоже переработка. Давай. Все, убрали. Так, мне это важнее. Так, патроны, 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 патроны. Так, ну давайте это тоже на скраб пустим. Еще найдем по пути.
Сколько мы всего насобирали. Ага. Так, перекусить я не хочу. Где еще банки с едой? Давайте слегка съедим вот бутерброд, который пучит живот. А, ничего, нормально. Пережили. Так, что в чемодане? Чемодан? Отлично! Перекусим, перекусим. Банку горошка. О, может тут еще что-то есть у нас в аптечке. Смотрим. Отлично, спирт, еще баночки. Так, ну идем дальше. Так. Давай я тебя... А то потом не пройдешь, закупорит проход. Смотри, все разрушили мне. Все разрушили. Мы наставили тут памятников. Так, ночь приближается. Да что же это такое? Время так быстро идет. Где чай? Чай поближе. Если что, чтобы могла сразу выпить. Лук. Так, лук заряжаем. Заряжаем. Уже заряжен. Все, пошли. А вон еще домик. Да. Да, там тоже оборона будет, наверное. Хо-хо-хо. Ну, раз мы тут... Молодой человек, не подскажите. Не подскажите, а что у вас за дом позади вас? Фу, тоже костлявый. Девушка, девушка. Девушка, а вот так. Понимаете, если начну тут бегать, тем меньше будет бегающих. А что ж такое? Давай, давай, попадай. Не, я кашу конкретно. Вот так. Вот. Так, книжку перерабатываем на бумагу. Места мало. Так, кто тут? О, ты. Ты тут панты кидаешь. А вот так. Ага. Кому ты сзади подмигиваешь? Никому. Что, нервный тик, да? Тик нервный. Все, присел на корточки. И на корточках ко мне, полуприседе. Не узнал, кто я. Я повелительница монстров. И ты. О, вот так. Упал, увидел меня. Обалдел, сразу свалился. Так, значит так. Мне вот это как не нужно. Так, если мы это не переработаем, тоже уберем. О, идет, идет. Эй, хромающий. Отлично. О, пошел бегать. Поэтому что еще, собаки бегают, что ли? Давай, попадай. Чувствую, придется в домике переночевать. Давай, попадай, ну шо ж ты? Чё стрелы через тебя проходят? Эй, невидимка! Так. Ночь застала нас, ага. Так, девушка, вы слишком разбежались быстро. Кто еще тут там пытается бегать? А это ты? Как хорошо, что ты не умеешь бегать. По ночам тоже. Так, ребятки. Ага. Что-то их тут много, очень много. Попробуем достать издалека. Поломанная нога мешает бежать. Отлично. Так.
Так, ребята, мне срочно нужна дверь. Так, есть? Есть. О, меня тут нету. На-на-на. Спрячемся в домике на ночь. Так, где дверь? Так, развернем. Вот так. Все, меня тут нету. Я ушла в гости. О. Так. И сейчас немножко обрутаем домик, раз уж сюда зашли. Так. Сразу надо все это перерабатывать. Так. Ага. Так. Тук-тук, даже не надо, все открыто. Отлично. Снова шлем. О! Так, сейчас давайте переработаем. А я хотел посмотреть. Так. На лицо. Тут 10, а тут 6. Так, оставляем 10. На переработку. Бе-бе. Так, шлема у нас уже есть. На скраб 7. Ага. Сразу 2 скрапа. Штаны. Тут уже пусто, да? Ага. Пусто. Кто сожрал все? Как вы достали, жрут в этом доме. Не успеваешь оглядываться, уже нету. Так. Штаны перерабатываем. Так, ребятки. Давайте. Ну, 5, ладно. Сделаем 5 факелов. Осветим наше помещение здесь. А то очень темно. Неприятно темно. Давай, давай, давай. Что у нас тут можно еще сделать? Так. 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 Так, сначала сделаем вот ящичек еще один. Как раз только у нас гильдия в единственном экземпляре, а в единственном это мешается. Так, не-не-не, сейчас поставим. Это что такое? А ну, брысь отсюда. Поставим в угол этот ящик. Вот. Так, факела. Первый факел мы. Где мы его? Давайте сюда. Так. Нормально видно все, да? Ну, тут я не знаю. Ладно. Освещение здесь делаем. Таблетки. Могли аптечку дать. Жадины. Стоять. Так, туалет. Где банки пустые? Хотя подожди. Успеем набрать. Может, мы еще найдем баночки. Будем готовить. Ой! Не то. Так, и тут на дверью тоже. О! Сделаем нашу дверь. Ага. Так. Не доверяю я чужим дверям. Угу. Так, что у нас тут? Ничего. У нас место хоть есть, куда дверь поставиться? Есть. Так, наверняка мужики тут все сожрали. Нет, что-то есть. Так. Так. Собачка серва, да? Так. Пустые банки есть еще? Пойду воды наберу. Пустые банки. Ага. Понятненько. Ну что ж. Пойду. Освещение нормальное? Нормальное. Разобью еще дверь. Да. Все, домик. Будешь моим.
Ну ладно, будешь моим. Так. Здесь я тоже буду выходить. Моя дверь, мой дом, все. Еще одна очередная база. Переработаем свинец. Надо этот факел куда-то воткнуть. Сейчас посмотрим, где не очень-очень видно. Снаружи, наверное, не очень видно. Темно здесь, да? Темно. Вот тут и воткнем. Где-то вот здесь. Все. Далее. Стоять. Сделаем костер. Вот где-то вот здесь. Итак, костер. Campfire. Ё-моё. Так у меня ж, ай-яй-яй-яй. В прошлом домике я не взяла. Вот дура. Не взяла кастрюльку. Теперь придется делать кастрюлю. Кипятить воду. Так. Кипятить воду. Как мы будем делать кастрюльку? Где тут? Ага, так. Ага, сейчас. Для начала сделаем тогда. Там надо 4 бруска, по-моему, да? Вот, 4. Ага. 5. Грабеж. Так, ладно, 5. Все, давай. Кастрюлька. Делаем кастрюлю. 3 осталось, да? Ага. Понятненько. Но эти 3 придется переработать в трубы, чтобы место освободить. Так. Ну что? Будем ставить кастрюлю. Будем ставить воду грязную, взятую с туалета. Куда делают? Ка-ка-ка. Так, и будем кипятить. 3 минуты. Так. Поехала. Добавим дров немножко. О! Так, ну давай, запускайся. Что ты так долго думаешь? Все, пошло. Так, пока там готовится, мы постараемся насобирать немножко вот этих вот. Так, где дверь ставим открытой, чтобы мы успели вовремя убежать. Собираем чая. Сделаем чай. Так. Так, undetected. Меня не видят. Они просто так пугают своими завываниями. Так, чаек. Вот, еще кустик вижу. Ага. Давай, берись. А здесь, я помню, кустов много было перед домом. Так, еще 5 кустиков. Так, мне надо 10. Пробираемся тихонечко. Ага, в стелс-режиме. Да. Так, давай. От меня хоть воняет, нет? Не воняет. Поэтому я еще более-менее спокойно могу ходить тут. Так, стоп. Тут еще на холме еще чаек есть. Так, чтоб я не слазила. Не вижу, ладно. Идем вниз. Где тут кустик? Кост? Так, я его не вижу, сидя. Ладно. Так, 10, все. Мне хватит. Так, еще один кустик такой соберем. Место освобождать надо. Прячемся. Закрываем дверь. Так, там еще готовится. Если готовится, это хорошо.
сколько времени? Ой, как дорого, еще 3 штуки надо. Так. Это нам не надо. Не надо. Так. Пойдемте сейф пока откроем. Так. Так, сидя не так нас слышно, по идее. Хотя не знаю, какая разница, сидя, стоя, все равно же бабахают. Но, раз не так слышно, пусть будет не так слышно. Где скраб? Где скраб? Куда пропал? Так я хоть взяла его. О! Не взяла! Обдурили! А, негодяй! Бедную женщину! Так! Так как у меня руки из попы, я сейфы вскрывать не умею. А вот грубая физическая сила. Да! Ага, зомби перестали бегать в 4 утра. Как я обожаю эту музыку. О, какая она нежная, как она ласкает слух. Давай уже открывайся. Руки и жопы, но не настолько же. Фу, передохнем. Фу, устала, Алла. Устала. Простите. Ой, я так закашлялась. На, кия, больно-то как. Сейф какой-то несговорчивый. Давай. Надо было раньше починить. И так увлеклась сейфом, что не заметила как. Ха-ха-ха. Давай желтый. Вот так. Пора уже зеленые. Так, ну давай уже. Не прошло и года. А-а-а. Это я собирала скраб. Да. Так, не, давай это сюда. Сюда. Сейчас будем перероматывать. Потихонечку. Такого качества. Даже не хочу смотреть на что, для чего. Так, гвозди, коробку конфет. Получается скраб. Так, давайте заберем все, что осталось. Ага. Так, птички поют. Уже светает. Так. У меня вода вскипела, да? Вскипела. Сюда. Чаек надо сделать. Не будет отдельно вода стоять, будет чаек. Так. Ребятки, надо еще один кустик. У меня бутылка с водой завалялась. Для экономии ячеек в нашем рюкзачке будем по максимуму делать. Будет 11 чаев. Так, я пока дверь закрывать не буду. Пусть проветривается помещение после зомби. Так. Ну, пусть будет вот. Раз уж 11. Так, накидаем дровишек. Где у нас тут поленья? Пошло, поехало. Еще одно полено. Все, подкидывать больше не буду. Вон сколько, 6 минут. Пошла! Так. А мы слазим на крышу. Раз уж мы тут. Так, лестница с той стороны. Полезли. И осмотримся одновременно, что у нас тут в окрестностях делается. Так, две трубы металлические. Ага, красота, лепота. Гнездо. Так, сразу сделаем стрелы. Штук 25 получается. Ага.
Так. Так хотел спуститься в дом через крышу стеклянную. Так. Ну что ж. Закрываем дверку. Нечего тут ходить. Посмотрим. Готовится, готовится. Ага. Вот. Кстати, можем одну баночку чая выпить. Ого. Здоровье чуть повысилось. Общее самочувствие. Так, дверь закрывать пока не буду. Все-таки день уже на улице. Так. Давай, кучка, иди отсюда. Все. Надо, я думаю, пока там готовится, еще дров подобывать. Не обращай внимания, тут у тебя жучки, червячки. Я пытаюсь убить. Ой, и себя тоже убило. Ну, извини, бывает. Служебные, так сказать, нюансы. Расти деревце большое, расти маленькое. О, так, расти удаленькое. Так. Давай тебя. Не чешется вот здесь вот. А вот тут не хочешь почешу? Спокойно. На меня не надо тут разувать ветки. Эй, съезжать на меня не надо. Что за наезды? Так. Ага. Так, гнезд что-то мало. Деревце. Деревце. Ты закрываешь мне обзор. Такой классный обзор на камень, а ты мне закрываешь. Все, отвали в сторону. Ага, а так. И ты слишком крутое такое большое. Не выношу большие деревья. Они на меня напускают страху. Ох, ой, гнездышко. Отлично. Еще стрелы сделаем. Ага. А сколько у вас тут таких здоровых? А ну давай валите отсюда. Весь обзор закрывают. Пушистые такие все. Волосатые. Так. Так чай, я думаю, еще там не приготовился. Долго он готовится. Мы сейчас все тут порубаем. Все порубаем, такие здоровые. Че вы березку обступили? Че вы к ней пристаете? А ну отвалили. Пошли отсюда. Вот так. Прости, березочка. Совсем обнаглели мужики. Так. Вот посадим. Я с ним, с этим деревцем, дискуссию провел. Обижать не будет. Так. Давай. Пошел отсюда. Моя тёлка. Мое дерево. Так. А ты что, думаешь, вырастешь и тоже будешь приставать? Не дам такой возможности. Вали. Вали отсюда. Упала, да? Упала. Ага. Где уже там чай бы сделался? Сколько я могу рубить деревьев? И так уже нарубил. О-о-о-о. А как упало смачно. Кстати. Вот, что я две взяла? Потому что раз и раз получается ткань. Вот место освобождается. Ну, еще вот это вот деревце. Чего ты защищаешь старшего брата? А ну, отвали! Дай байк дотянусь! Падай! Падай! Так. Ой, как приятно! Освободилось пространство. Простите, надышалась тут мелкими щепками. Так, березка, березка. Стоять! Стоять! Охота — это мое любимое занятие. Так, оп! Ты меня не видишь. Я тебя вижу. А, да, через такие кусты. Хрен увидишь, что. Постараемся вблизи. Ага, что это так кашу? Так. Что, засекла меня? Олюшка. Так. Так, ты где? Ага, вон где. Голова. Что через голову проходит?
Что за приколы? Стараемся ровно в голову. Тогда бегать не придется. Не вижу я ее. Где она? Что это за охота? Че она все время от меня удирает? Я вроде не такая толстая, в трубе мою попку не видно. Что она вечно башку затирает? Вон туда переместилась. Да стой ты уже! Я сама себя не вижу, она меня видит. Ага. Ага. Попала прям в голову, выжила. Стоять! Все. Стоять! Столько стрел на тебя, я уже не остановлюсь. Это дело чести. Я только бы дом не потерять. По-моему, в сторону моего дома, да? Или это другой дом? Да стой ты уже! Ну что ты будешь делать с этой... И это другой дом. Ты мне что, по всем домам будешь водить? Не, ну что за олень? Эй, рогатый! Хоть бы в яму какую-то упал. Не вижу, сквозь ветки уже стреляю. Да хватит стрелы сквозь себя пропускать. Так нечестно. Игра! Опять попал, а он не умер. Да стой ты! Жопотряс! Устал на твою попку любоваться, все. Застрял рогами в камнях, застрял, сказал. Че, Мишка там? К моему оленю что-то может иметь. Хочет. Да достал ты олень. Рогатый! Да сколько в тебя попадать можно? Еще один дом тут открыли. Ох ты! На зомби меня выводишь! Не выводи меня из себя! О, рогатый! Что он вытворял? Простите! До сих пор это... пыль древесная! Еще один олень! Эй, братья! Акробат! Давай веди меня назад домой. Давай в голову. Да хватит головой вертеть. Шо оленей бьешь? На тебя гнал! Ха! Как я теперь свой домик найду? Сколько раз можно попасть? 3 раза уже! Слепую. Ага, в 4-й раз попали. Еще бежит. Совесть не имеете. Просто мне нужна еще печка, поэтому я добываю кожу. Да и от мяса не отказалась бы. Так, это мой домик? Или другой? Не, другой. А-а-а, заблудилась. Так. Где мой чай? Деревья надо посадить. Бегаю как дура с этими семенами. Место занимает. Так, и еще. Стрелы? Стрелы? 40. Давай. Так. Так, надо определиться. Куда я пришла? Ага. Так, я тупо бегаю. Так, по идее, я вот здесь вот где-то. Да? Ага. О, куда я зашла? Чёрту на кулички. Я там 10 чаев сделала. Верните мне мои 10 чаев. Так.
Смотрим по карте. Ага. Вот как-то вот так вот туда. Чё это? Ага. Тени, страшные тени под деревьями. Так. Не хыкай мне, и так у меня ноги трясутся от страха. Может, заберусь наверх, посмотрю, где тут моя, моя. Ущелье логова дракона, вон с какими зубцами. Страшное. Вон водичку, кстати, если набрать. Так, дом мой где? Опять не туда. А сколько можно? Я уже не сколько дом, сколько чай свой ищу. Чай. 10, не, 11. 11 бутылочек с чаем. А? Иди, Мишка, отсюда мне не до тебя. Я очень разнервничалась. Так, правильно бегу? Правильно? Да, где-то здесь. От меня воняет сырой лениной. Ничего. Так и должно быть. Я жадная, не избавлюсь. Так, пенечек, пенечек. Ага. Есть таблеточки. Ой, это что? Это мой домик, наверное. Не, не мой домик. Здесь, по-моему, первый раз отбивалось. Вон сколько трупов. Так, движемся в правильном направлении. А потом, куда меня занесло? Куда меня занесло? Так, тут должен быть дом. Дом с крышей. Так, где дом с крышей? Вон он! Вон он, домик мой. Свет горит. Он как освещен. Тебя не узнать. Камешек. Так, сюда. Так, закрываем двери. Чаёк, мой чаёк. Ага, вот, всё. Чаёв набрала, кастрюльку. Да ладно, сделаю ещё по дороге. Так, по крайней мере, в этом доме у меня есть что, с чем можно где приготовить. Так, посмотрим, что мы имеем. Что-то вот эти вот материалы похожи. Pumpkin Gun Parts. Pumpkin Gun Parts. Качество 100 у нас. Тут качество 226. Так. Нас крафт. Да. У меня совсем полная жо с аптечками. Где? Где? Там. Там ящик. Все, бегу. Пить у меня есть что? Ага. Вот. На этот раз я ящик не упущу из виду. Ящик. Да. Кстати, надо все-таки будет из-за рюкзаков вернуться потом. Вот сколько я всего набрала. Нам надо было часть в доме оставить. А потом возвращаться опять этот дом искать. Мне не помечен на карте. Так. Я бегу, бегу. Ты там. Дыма побольше. Чтоб виднее подальше. Пещеры, ямы. Или это тень такая? Так. Где, где? Где я не вижу? Бегу. Вот, вон за деревьями совсем рядом. Мусорка, не отвлекай меня. А то опять промахнусь. Теперь ты от меня не уйдешь. Так. Ага. Я от тебя выдохнусь. Чайку. И вперед бежать. Ты от меня не уйдешь. Все. Ящик у меня в руках. Целуйте, воздушные поцелуи посылаю. Давай, помощь. Только аптечки, не надо мне всякую каку. Давай. Так, пока падает вот этот
качество не очень, у меня дома такое есть. Переработаем на скраб. Ага, так, пустые банки. Что еще мне тут дублируется? О, дым, дым, дым. Ах, какой приятный, красивый дым. А откуда у тебя горит тут? Не знаю, но костер такой, как салют. А, красота еще-то какая. Значит так. О! О! Так. Так. Раз, два, три, четыре, пять ячеек. Раз, два, три, четыре. А! Одна ячейка! А! Не хватает! Так, что оставить? Что оставить? Что мне не нужно? Так. Может израсходовать. Надо сделать. Да, перебинтуемся. Нафиг надо, но перебинтуемся. Вот так. Ага. Так. Сейчас мы изучим книжку. Как делать молот. О, самая главная аптечка есть. И приклад для снайперской винтовки. Конечно, паршивого качества. Но хоть что-то. Вот, самое главное от радиации. О, как мы круто. Так, поле здесь. Не так важно, если потеряем. Так, бумага еще соберем. Да, вот пожрать бы не мешало. Так. Отлично. Так, что с чем мы можем тут еще? Так. Ладненько. Пойдем дальше. Ящик мы... А мы рядом с городом? Узнаю дорогу. А, ну ты, ящик, упал. Так, простите, это выше моих сил. Это свинья. Она так нагло хрюкает, что я не удержусь. Так, так. Ее жирный хряпник, главное разглядеть. Смотри сюда. Сюда смотри. Не вижу морды из-за травы. Ко мне иди, ко мне, ко мне, ко мне иди. Куда пошла, не вижу. Что ж только травы кругом. О, ко мне идет. Тихо. Такое попадание, она еще убегает. Ага, еще. Так, свинья, совесть имей. Что, горный козел по камням лазит? Стоять. Все, все. Ты мне нужна? Свинка. Свинка. Два мощных попадания, она жива. Да иди, иди отсюда. Давай беги к моему городу. И на колышках, на колышках. Давай. Стоять. Не лезь на камни. Ты смотри, живучая какая. От прицела не очень хорошо видно. Все, сдохла. Сдохла, сказал. Ох ты, свинья. Все. Придется еще одну вылазку к ящику делать. Мы очень даже неплохо сейчас пособирали всего. Ага. Так, главное не напороться. Ну, мы аптечек уже много имеем. Так. Оба! Оба! Так. И, кстати, надо будет... Ага, надо будет... Надо будет посадить кое-что. Но пока что мы еще за рюкзаком не сбегали, за нашей лопаткой. Так, давайте для начала, тут оружия очень много. Разберемся, что у нас здесь. Так, из аптечек кидаем. Кидаем. Так, аптечка, ты тут будь. Так. Все сюда. Одну обезболивающую собираем. Это тоже сюда. Спирт. Так, что еще у нас тут медицинского? Все, что ли? Ага, все. Ладненько. И за оружием. Так, шотган баррел.
Шелган баррел. Шелган шорт баррел, он для короткой. Так, снайперская, иди сюда. Вот. Так, памп шелган партс. Это что у нас? Памп шелган партс 117 качество. Качество 226. Так, на скраб. Так, сюда, чтоб не спутать. Так, отличненько. Поли. Ага. Так. Так, так, так. Что у нас еще? Пороху добавим. Добавим пороху. Ага. Вот. Пистол баррел. Так, у нас пистол баррел качество 279. 336. Так, тоже на распил. Не надо мне тут много мусора. Просто так. Так, тут вроде бы все. Да? Да. Так, на распил. Сюда, скраб не нужен. Вперед. Ага. Так. Чтобы тут скушать. Скушать какую-то баночку надо будет еще. Так. Так. Это я уже внизу поставлю. Давайте частично тут раскидаем. Это я оставляю. Так. Пока что. Так, книжки все вместе взялись и тут поставились. Ага. Остальное я ставлю с той стороны. Где я дам? Кстати, надо будет перекусить перед выходом. Перекусить. Мы перекусим на, немножко жареной лениной. Ага. И еще. И еще разочек. Так, это мы оставим. Картошечку на семена оставим. Пустые банки оставим. Так, оленину оставим, свинину оставим. Так, что еще? Так, давайте тоже на скраб. Не будем воду с них делать, пить. Так, здесь мы возьмем раз, два, три. Три мне хватит. Пусть будет чаек и дома. Так, кстати, может я пойду поставлю, пусть кипятится, пока у меня тут водичка. С туалета. Скраб. Вперед. Так, туалет. Вписываемся. Аккуратно вписываемся. Туалет. Так. Нам придется идти дальше собирать. Нам надо к ящику. Так. Ставим воду кипятиться. И сколько там надо? Не. Давайте доски все-таки переработаем. Так, нам надо 2 минуты. Вот. Все, идем. Идем. Лук мы другой сделаем. Может, все-таки желтый лук удастся. Так, пока ничего лишнего нету. Вот это мы сейчас оставим. Ага. И пойдем до рюкзака. Так. Все отлично. Остальное нам надо. Все нам надо. Угу. Поехали. Насыщенный такой поход был. Вот. Что, мы не успели даже... Да привет ты уже! Я понимаю, устала. На кладбище отдохнешь. А жизнь, это такая штука, что надо крутиться, вертеться, жить, двигаться. Скоро ночь, да? А-а-а, ничего, не впервой. Только давай лучочек сделаем. Травка. Так. Во-во-во-во-во-во-во. Посмотрим сейчас, какого качества. Это мне не жалко, лук выкинем. Так, сейчас будем бежать ровно на рюкзак. Еще раз поход туда.
Жрачка у меня есть, попить у меня есть. Да, обожаю бекон с яичками. Вот, который тем более не пахнет. Самая революционная красная еда. Вот. Так, мы на дорогу вышли. Бежим в правильном направлении. Эх, хорошо, конечно, мини-байки, быстрее намного передвигаться. Но можно и так. Пока так. Пока так. Я не понял, таможенный контроль, что ли? Так, посмотрим, что у нас тут с мусором. Так, сразу переработаем. Не вижу, не увидел меня, не обратил внимания. Ладненько, это тоже хороший знак. Так, обойдем его. Возьмем лук. Не хочу убивать на ночь, а тот меня вонять будет. Днем еще можно бегать так, вонючим. А ночью стрёмно. Ага, отлично. Мусор. Мусор. Сколько мусоров тут на улице, на дороге. Так, спасибо, клей мне не нужен. Клейте что-то сами. Так, ох. Это вот с этим, насколько я знаю. Или не вот так. Вот. Так, стоп. Стоять! А клей подниз. На? Вот намазываем. Не две штуки. Не? Не-не, клей сверху тогда вот. Вот. Вот так вот делается. Одна? Да, одна на одну. И делается вот такая изолента. Мы просто откроем этот рецепт. Вот. Вот. А эта изолента нафиг мне нужна? Просто изучили рецепт. Намазали на ткань сверху клея. Ага. Ну давайте все возьмем, а косточку выкинем. Ча, тусуешься? Смотри, как тащится от музона, наверное. Эй, в наушниках, что ли? Не слышишь, как я сзади подхожу. Ага, попа продолжает танцевать. Уже в вагоне? Так. Мусор. Отлично. Берем стрелу. Берем коробку от конфет. От конфет. Получается скраб. Отличненько. Так, ну нам надо успеть до темна добраться до. Так, я уже, по-моему, сбилась. Вот, до нашего рюкзачка. Там кирка, мотыга. Это все надо забрать, чтобы врагу не досталось. Так. Мусор. Как вы сами понимаете, его мы обойти не можем. Это выше наших сил. Вы что, рюкзак там охраняете? Как-то вот. А между вами? А, какая храбрая! А. Да, рюкзак, кстати, здесь. Они точно его охраняют. А вон и тот гараж. Так, в одну линию, чтоб я точно в кого-то попала. Но! Давай! Давай! Бог! Чё? А-а-а! Упала! Потом будешь шакать. Так, отлично. Где мой рюкзак? Где я тут? Я тут. Где? Вот тут, вот где-то здесь валяется. Меня вон замочили. О, гады! Так. О, сколько всего! Все, рюкзака на карте больше нет. А вот тот домик меня интересует. Так. И тут что-то, сумочка с чем-то интересным. Да. Так, пока не стемнело, потом бегать ведь начнешь. Медсестричка. Медсестричка. Неужели я так аппетитно выгляжу?
тебя слюнь текут. Гюльчатай, открой свое личико. Покажи свое личико. Пустая банка, спасибо. Так, ребята, сейчас мы с этого сделаем скраб тоже. Ага, 6 скрапа получается, отлично. Так, простите, мне надо того чувака тоже добить. Он же вернется. Он же бегает за мной насчет. Подчищаем все возле дома. Убираем всех чудиков. Вот тот гараж, о котором я говорил в начале. Вот. За которым мы тут все обегали. Так, никого нету? Начинаем долбить. Так. Опять клей. Так. У нас тут пиво, собачки, консервы, бутерброд никакой. Так, канистра с топливом. Ага, перья. Стоп. До свидания. Это мы заберем. Надо тут немножко освободить место. Ну, делайся. Так, собачья консерва. Ау-ау! Съели. Так, теперь две баночки. Две. На скраб. Место освободилось. О, какое бурчание. Так. Последние. Раз. Монеты тоже переработаем на скраб. Все. Хороший домик, однако. Так, ребятки, теперь мне надо бежать. Бежать скорее домой. Так, где на карте домик? Ага. Так, иди. Встал на дороге, тут камень. Теперь успеть до темна, чтобы нас не... Кстати, тут домик неплохой. Надо будет как-то обыскать. Вот здесь вот надо будет запомнить. Тут озерца голубого цвета, тут домик. Ага. А тут что-то тоже. Надо все это обсмотреть. Потом. Или сейчас. Потом или сейчас. Да тихо ты иди. Заразила меня. Заразила. У меня же дубиночка есть. Чё я дубинкой не... А, дури, надо было идти домой. Чё я заразилась. Так, медсестричка. Пусти лесенку, я к тебе подымусь, песню спою. Ториадор, на-на-на. А, всё, я бегу на тебя. Сейчас, моя красавица. Так. Вот есть как подняться. Ага, спасибо, дверь уже открыли. Ага. О! Вот так. Так, начали бегать. Где дверку быстро сделать? Так. Опять нас встречают, черт знает где. Не понял. Почему я не могу усилить? А, досок нету. Досок нету. Мало. Так, попробуем
Это медсестра. Одну череп сломала, второму. А ты что поднялся? И тебе череп сейчас сломаю. Вот так. И на тебе. Так, ребятки, быстро, еще одну дверь делаем. Вход баррикадируем. Так, я у тебя ничего не взял? Не, с таким богатством. Живи сам. Так, где дверь? 6. Быстрее заделаем. Так. Но. Так. Ой. Я уже сама не знаю, что делаю. Руки трясутся от страха. О. Так, меня тут нету. Так, тут тоже нету. А? Вот фреймы. Вот фреймы. Давай, пару штучек. Ага, пару нету. Нету досок. И так работаем впритык. Загораживаем проход. Загораживаем. Да как тебя тут? Как тебя тут сделать? Ага. Понятненько. Тут что-то еще осталось. Нас не видно, не? Так, для начала место немножко освободим. Чё я вот фрейм сделала? Хотела усилить, так сказать. Вот и стой здесь. О, арбалет! Рецепт изучим арбалета. Не зря в этот дом зашел. О, да тут еще и печка! Как хорошо! Как здорово! Отлично. Хороший домик, однако. Так, тут мы не зайдем. Зайдем. Хороший домик. Ой, как добрый какой. Так. Так. Для начала. Холодильник. Так, мне слишком много луков не надо. Вот хорошего качества. Эти луки пойдут на переработку. Далее. Это стрел мы изучили с огнем, как делать. Раз. Это на скраб. Раз. Так. Так, бутылочки с водой есть у нас? Есть, мы же умнички. Да? Мы такие умнички. Аж сама от этого обалдею. Так. Бутылочки с водой, раз мы же тут будем ночевать. Давай, набирайся. Так. Костерочек. Костерочек создаем. Так. Ну, вот тут поставим. Отлично. Ну что ж, придется сделать. Раз, два. Опять эти. Кастрюлечку. Сделаем пластины эти. С них кастрюльку. Так. Покинпотс. Так. Ага. Ну что, кастрюлечка. Ага. Ты у нас будешь вон здесь. И мы пока воду вскипятим. Так. Давай, гори. Ага. Так, ребятки, давайте, мне нужны дрова. Вперед. Доски, дорогие. Но тут сейчас не хватит. Доски, давай, доски. Делайтесь. О, сделались. Отлично, все. Сейчас докинем. А ну, дай назад палочки. Так.
Так, минуты 14, ладно, не жалко. Или жалко? Ладно. Такс, ну что ж, давайте отремонтируем для начала нашу дубиночку. 24. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, иди сюда. Далее. Так, пойдешь тоже на растопку. Далее отремонтируем наш топорик. Ага. Так. Отремонтируем нашу кирку. Вот. Так. Нет, давайте все нужное пока уберем. В случае нашего, да? Вот. Так. Это все нам надо. Ну что ж. Посмотрим, что у нас тут есть. Что у нас тут есть из еды? Из еды ничего. Хорошо, хоть питье. О, отлично. Куриного бульончика покушаем. Так. Так. А тут хозяева нормальные. Не пожадничали. Наш лук, который мы должны были бы растопить. Дура, чё я лук не растопил? Эй, погори просто так. В чём дело? Что, не ставится, если все ячейки заполнены? Гори просто так, не жалко. А, у меня два лука надо спалить. Гори! Освещение делай в доме. Так, так. Верхние шкафчики мы еще не проверили. Ну, хозяева мне тут понравились. Нормально, не жадные. И печку оставили. Вот. Жалко, что мы заманили. Вот так. Тут еще где-то баночка оставалась, да? Ладно, это мы ее, наверное, собрали, подобрали. Так, пойдем посмотрим, что наверху. Так, надо как-то немножко привести в божеский вид. Отремонтируем. Не, хватит. Не будем. Не. Странно. О, тут двери нету. Двери нету. Так, ребята, мне нужно место для двери. Покушаем, давайте, ладненько. Ем две баночки. Когда чересчур тут много, обычно тут появляется что-то. Улучшается самочувствие. Ой, как не нравится мне вот этот знак. Приболело. Темно, на улицу не пойду. Так, дверь давай. Сюда. Ставься. Сейчас мы тебя еще сделаем прочный. Вот. Я как-то могу более спокойно сейчас тут находиться в этом домике. Ага. Отлично. Так, бандана никакая. Ее сразу переработаем. Так, что у нас еще тут? Тут просто комната отдыха. Спальня. Так. Ну что ж. Еще час зомби бегают. Потом мы можем смело выйти наружу. Так, у нас вон сколько водички. Отлично. Ну что ж, давайте поставим ее назад. И поищем чаек наружу. Опять сделаем чаек на дорогу. Вот как раз возле дома. Там 5 банок с водой.
Значит, 5 чайков. Так. Как плохо видно. Хорошо, что горит огнем этот чай. Золотарник. Так. Все. Этого хватит. Хватит. Сюда. Закрываем. Все, а нас тут нету. Итак. Ах ты, выдаешь 7, ё-моё! Еще 2 воды добрала. Тут рядом я видела. Раз. Раз. И... Гори, гори, ясно, вижу я тебя, чтобы не погасло. Все. 7 штучек. О, какие звуки. Так. 7 штучек, закрываем. Эх. Делаем чаек. Итак, целое полено бросаем. Оно ж 3 минуты горит. И набираем. Ладно, еще добавим. Давай, не тормози, делайся. Так, пока туда-сюда. О, стоять. Стоять. Топорик горит. Пусть горит. Так, приятная музыка. Зомби перестают бегать. Так, это все-таки, я думаю, переработать на скраб. У нас есть помощнее дубиночка. Так. Пойдем до дому. Ага, вот еще. Вот еще. Вот слепая. Вот еще есть водичка. Знаешь, еще надо 2 золотарника. Спокуха. Ну да, зомби-то уже не бегают. Надо наклеить потихонечку. 2 ночи в чужих домах ночевали. Уже не совсем чужих. Прихватизированных мною. Так. Так. Ну, пойдем, 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 пойдем. Сейчас еще чаек сделаем. Так. На-н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 а. Чаек, чаек, люблю я пить чаек. И как долго делается. Эх, переработал бы я что-нибудь. Но, ладненько. Кстати, давайте поставим пару факелов, чтобы было видно, что это дом нами обжитый. Да? Да. Ставим где-то вот тут на входе. Не, на входе вот тут горит, видно. Вот здесь где-то. Ага. Ага. Давай еще пару штук. 3. 3. Так, хотела сюда. Сюда. Вот тут. Давай, ставься. Ставься. Вот так. О. Вот так вот. Супер яркое освещение. Нормально. Поставила факел, обвалились все перила. Отлично. Глючим потихонечку, глючим. Ладно, сюда. Сюда. Чтобы было видно, что дом освещен. Знаешь, что он живой. Сюда. Так, еще где факела? И наверху. В комнате. Тут призабачим. И где-то здесь. Все. Так, приберемся в домике.
Так как тут есть плита, есть печка, будем считать, что он тоже наш. Кстати, на карте его, его так отметим для себя. Это вот так. Ага. Мой город. Вот идти вот по дорожке. И второй вот с левой стороны, если от города идти. Здесь мой домик. Ага, отлично. Чё? Будем знать, где вторая печка. Так. Чаёк. Чаёк. Отлично. Сюда. Так. Для начала вскипятить надо. Эх, опять кипятить. Давай, пошла. Готовься. Палочку еще. Вот так, ладно. Так, готовься, вода, давай быстрее. Я тоже занятая женщина. Заниматься всякой фигней. Вот, готовкой. Так, кстати, надо немножко закрыть. Нормально. Глюк. Так, оставь мой дом в покое. Оставь мой дом в покое. Так, на меня иди. Слышь ты, чувак, я тут-то. Слепой, глухой, хромой. Ты куда пошел? Он что, в дом идет? Сюда! Если девушка приглашает в гости, надо идти. Если не приглашает, какого ты в дом прешь? Кабель! Вот так! Упал! Что у нас получилось? Тут мы еще не заделали. Досок нет, что ли? Есть! Давай, заделывайся. Давай, ну. Забаррикадируемся. Эй, ты через окна меня увидел. Надо окна заделать. Еще разочек. Так, тут. Все. Досок нету. А? Опять идут зомби. Как вы меня достали? Отвяжитесь, мужланы! Попкой моя приглянулась. Ищите свою. А ты что до моей папки довязалась? Что, грудями удалась, а попка нет? Вот, до сих пор этот кашель. Ну, хорошо, я с этого дерева наглоталась стружки. Сколько я тут перерубила деревьев? Так. Ну что, давайте еще немножко с этой стороны заделаем. Доза хватает, все. Не ключ, игра. Я наделал. Так. Ну давай. Так, заделали, хорошо. Обиваемый металлом. Пока скраб есть, не жалко. Так, мы тут хорошо вроде бы укрепились, да? Здесь еще, еще разок хотя бы. Ладно. Так. Страха полные штаны. Закрываем дом со всех сторон.
закрываем дом металлическими листами. Просто печка, мне жалко будет, если эта печка разнесется. Так, пока я там оборону делаю. Давай еще чаек, падать. На-на-на-на-на-на-на. Пошла. Да ладно уже на все. Живи и гуляй. А мне срочно нужно делать доски. Давайте так 100 оставим. Оленев. Давай еще, еще. О, 100 я сказал. Все остальное на доски. Так. Что еще мы снаружи должны сделать? Вроде как укрепили. Не-не-не-не-не. Мой домик. Давай быстрее доски перерабатывайтесь. У меня маленькая идейка. Чуть-чуть колышками тут покладывать. Мой дом. Совсем обнаглели зомби. Ага. Так. Главное, что снизу все закрыто. Так, цветы. В другое место потом пойдете. Мне важнее оборона дома. Они декоративные виды. Так. Ага. Ага. Ну, и штук, сколько-то там. А подожди, сколько-то там. Что столько мест у меня занимаешь? Так, все, пошли в парки. Все. Вперед. Переделываться. Так. Ну да, да. Так, здесь мы сейчас Коля разместим. Давай. Так, пока, то да сё. Чтоб мы Коля тут начали делать. Так, где у нас тут Коля? Это не здесь. Вот здесь. Вот спайкс. Ну, максимум давайте. 22 получается. Ой, как много. В кавычках. Угу. Так, если ты сюда будешь нормально складываться, это хорошо. Так. Не подходить к моим окнам и не заглядывать внутрь. Я женщина пугливая. И мне не нравятся такие знаки внимания. Так. Отлично. Отлично. Давай, ставься. Раз. Раз. Еще. Так. Что, не нравится, когда вот хоть какая-то оборона появляется? И мне спокойней. Всякие мужланы попадаются на колышки. Так. Надо еще заказать, да? Так, пока я туда все. Уровень 21. Так, дальше. Парочек мало вперед. Мне Коля сейчас не на что будет делать. Так. Ну, с этой стороны поставим. Вот. С этой. Сейчас мы тут все обставим. И сразу видно, что это мой домик. Если за мной будут погони, по крайней мере, здесь можно будет на какое-то время укрыться. Укрыться. Так, и чтоб мне тут под стенами безнаказанно не стояли и не били, не разрушали мой камень. Так, у меня стены хорошего качества с камня. Так, мы сейчас поставим защиту. Хоть какую-то. Но уже приятно. Сердце греет. Так, так. Ага. Так, ладненько, тут чуть ушли от намеченного вдоль. Так, все, давайте вот спейкс максимум, вперед. Мы сейчас оборону домика, так, еще, так, так, ну, так,
как бы она не очень заметная, но эффективная будет. Сюда. Так, цветочки. Забираемся. Так, так. Ага. Будете знать, как на бедную пугливую женщину нападать. Вот до чего испуг может довести. Потом сами же подохните на моих же полях, которых я от испуга тут понатыкала целую кучу. Так. О, какой тут промежуточек. Просто так им тут не подобраться с этой стороны. Ага. Так, камешек, не мешайся. Иди сюда. Так, колышки. Ага. Ага. Так. Давайте тут все-таки еще одним рядом пройдемся. Так. Так, что тут у нас? Ага. Так, ну давай уже. Туда, сюда. Так. Так, эту стену мне тоже не трогать. Это за нее я пасть порву, моргала выколю. Вот. Так. Ну, давайте небольшую оборону сделаем. Так, вот еще такую. Так, так. Я тут протиснусь. Да. Притык. Сейчас такой же подход сделаем, как и в там, в другом месте. Такая вот дорожка. Ну, ставься. Так, а ты кост мне мешаешься. Так, у нас что тут дальше? Так, так. Так, так. Ага. Так, так. Так, мы будем так бежать, потом вот так вот, потом. Да, тут надо зигзагами. Ага. Так. Тут протискиваемся, да. Протискиваемся. Ну ладно. Хотя бы так. Пока. Пока. Потом оборону еще усилим. Но уже немножко страшненько смотрится. Нечего развивать зёмки на мой домик. Так, ну, эти ладненько мы с собой возьмем. И будем собираться в путь-дорогу назад в наш дом. Так, спокуха. Ничего не задеваем. И вперед. Побежали. Там у нас лекарство от радиации. Ух ты, и запрыгнуть не могу уже. Сейчас я буду очень сильно уставать. Из-за того, что очень-очень организм ослаблен действием радиации. У меня стамина будет катастрофически уходить быстро вниз. Ага. Ну, в принципе, можно по дороге бежать. Пока бежим. Пока. Пока. Я переберегу попить, если что-то... Кто-то за нами погонится. О, типа мишки, которые за спиной уже что-то мне... Соплявит. Вот мы и устали. До дома сколько еще? Ну, не так уж и далеко. Вот. Вот. Давайте выпьем все-таки одну. Один чаек. О-о-о. Он нас продержит в тонусе какое-то время. Стоять. Thank you.
Отличненько. Охотничий ножик. Так, вон и город, где мы живем, виден уже. Думаю, успеем мы добежать и подлечиться. Ах, родной город. Как классно тебя видеть. Вот. Ну, ребята, давайте на этом я с вами буду прощаться. Я уже доберусь до дома и выпью таблетки, эти капсулы от радиации, подлечусь. Вот, с вами была Кракозябра. Ставьте лайки, подписывайтесь. Вот, оставляйте комментарии. Пока-пока. Бай-бай. Хе-хе-хе.